Олеся Смолякова работает в церковной лавке Кылосовского храма. С ней вместе с утра до вечера дочка Даша, которой 1,5 года. Детского сада, куда можно было бы определить девочку, в Кылосово нет. Играем, пытаемся развлекать друг друга. Садика нет. Катастрофа самая настоящая для нас. Да. Всего в поселке 143 ребенка дошкольного возраста. Из них лишь 33 ходят в сад. Точнее, ездят за 15 километров в соседний поселок Киргач. Я стою 5:30. Без 15:06 уже поднимаю детей. Половину выходим 7:00. Автобус вот без 10:07. Сейчас дороги плохие. Еще раньше, наверное, придется вставать. В Иргачинском саду дети из Кылосова ранние гости. Из-за того, что встают ни свет ни заря, они засыпают на ходу. Но все равно эти малыши счастливчики, так как получают необходимые знания. Их сверстники, сидящие с бабушками и дедушками дома, зачастую к школе не подготовлены. Мы не можем принять всех детей Кылосовского поселения, так как количество мест ограничено. У нас сейчас детский сад рассчитан на 110 мест. А детский сад посещает 117 человек. Понятно, что у нас есть и свои дети нашего поселения. А это тот самый детский сад, который построили в Кылосово в 80-е годы и закрыли в 2007-м. Когда-то «Березка» считалась лучшим дошкольным учреждением в Кунгурском районе с музыкальным и спортивным залами, прачечной, пищеблоком. В 12 группах занималось 240 человек. После того, как в 2005 году в бассейне города Чусового обрушилась крыша, в Прикамье началось обследование образовательных учреждений. Тут и выяснилось, что детский сад в Кылосово в аварийном состоянии. И вскоре из него в прямом смысле посыпались кирпичи. Бывшая заведующая «Березки» Елена Костырева старается здесь не появляться. Ей больно видеть эту разруху. До сих пор вспоминает, как с воспитателями охраняли уже пустые аварийные помещения в надежде на лучшее. У нас было внутри все сохранено, и батареи, и, значит, окна, стекла, ну все. Потому что была надежда, что все-таки нас начнут ремонтировать, что здания будут реконструировать. Мы надеялись на лучшее. Не получилось. Вместо того, чтобы ремонтировать, комитет имущественных отношений Кунгурского района выставил здание на торги. Аукцион выиграл частник. Он разобрал второй этаж на кирпичи и бросил объект полуразрушенным. Поселковая администрация даже боится думать о строительстве нового детского сада. Для того, чтобы построить детский сад, необходимы десятки миллионов. Даже если строить моноблочный детский сад, это будет порядка 50-60 миллионов. Общественность возмущена отсутствием средств. За детей искренне переживает и местный священнослужитель. Но у нас все время какие-то отговорки. У нас всю жизнь отговорки о каких-то деньгах. Мы не думаем о людях, мы думаем о деньгах. У нас Кылосово стоит на нефти, на газе. И куда эти деньги-то деются? Почему эти деньги не остаются? Рождаемость в Кылосово с каждым годом увеличивается. В этом на свет появилось 15 малышей. Еще 11 женщин в положении. А значит, времени на раздумье не остается. Нужно срочно решать проблему. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.